субботу, 21 сентября, специалисты ресурсоснабжающей компании проведут в Куйбышевском районе масштабные работы на насосной фильтровальной станции, сообщает телеграм-канал администрации Самары «Вести» с Дворянской. Они заменят сразу 5 задвижек диаметром 1000 мм. Это один из этапов крупного строительства двух водоводов, по которым уже в конце года мягкая волжская вода должна прийти в дома жителей поселков Волгарь, Кряж, 116 километр, а также микрорайоны Южный город. Работа насосной фильтровальной станции будет остановлена с 4 утра до 8 вечера. На этот период в некоторых домах Куйбышевского района возможно снижение давления подачи холодной воды. Отключено водоснабжение будет в ЖК «Амград», а также в муниципальном районе Волжский и Южный город. Жителям рекомендуют сделать запас воды. Администрация железнодорожного района сообщает жителям, что до 30 сентября текущего года проводится общественное голосование муниципального этапа областной общественной акции «Народное признание». Информация о номинантах размещена в телеграм-канале. Проголосовать можно любым удобным для вас способом, а именно на сайте госуслуги, либо заполнив анкету на бумажном носителе в администрации железнодорожного района по адресу город Самара, улица Урицкого, 21. Администрация Ленинского района отмечает активность своих жителей. Они вовлечены в процесс подготовки документов для участия в государственной программе региона «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области». Совместно с ТОС «Центральная» инициативная группа жителей дома 223 по улице Пушкина разработали два проекта. Пушкинский дворик, обустройство дворовой территории по адресу 223 улица Пушкина, и удобный двор, устройство парковочных мест на дворовой территории по тому же адресу, которые уже совсем скоро будут направлены в конкурсную комиссию.